юридической деятельности вы неоднократно наверняка принимали экзамены. Вот по итогам сегодняшнего своеобразного экзамена, вот эти два кандидата по пятибалльной шкале, какие оценки набрали? Может быть, просто зачет, не зачет? Давайте так, это, наверное, не очень корректно. Нам завтра депутатам предстоит выбирать, поэтому у меня есть свое предпочтение. Но я, простите меня, пожалуйста, уважаемые коллеги, я так же, как и вы, член Союза журналистов России, я не буду его озвучивать. Ну, я считаю, это некорректно с точки зрения, потому что я такой же депутат, как и все коллеги, которые завтра будут голосовать. Но у меня мое предпочтение есть. Я поставил свою оценку, ну, скажем так, отличную, одному из кандидатов, который прекрасно практически ответил на все, даже очень сложный вопрос. У нас там очень интересная дискуссия была, и я могу сказать, так иногда меня самого так подергивало, потому что вопросы были серьезные.